Так, я понимаю, что вы бы мне не простили, если бы я не показала, как это платье выглядит на мне вживую. Ну, вот смотрите. Подойду поближе, чтобы вы видели. Видели, да, как выглядит вот эта ластовица. Так. Вот. Вот такое вот у нас получилось платье. Хотя в процессе работы появились вот такие вот интересные рукавчики. Зато мне удобно ручку вот так вот делать. Меня не жмет, не давит, движение всякое есть у меня. И вот такой вот интересный получился у нас покрой рукава с цельнокраенной ластовицей. Всем добра! Да, все шовчики здесь сделаны, отстрочены в 0,1. Все, абсолютно, как у Валентина, как я любила строчить в детстве. Всем добра!